И, конечно, их фотографировать надо. Ален, ты мне свалил грибы, честно. Когда здесь носилось. Просто отвлекся, плита немножко уже остыла. Даже это пилот, который самолетами управляет. Скажи. Валера есть такой... Тихо, сейчас подожди, Валера сфотографирует нас. Привет. Куда мы идем, Егор? На грибы собирать. Здорово. А ты, Саша, куда? О, Саша пират. В такой шапке. Пират. Кто нету? Маленькая леди. Так, оставьте все здесь. Из машины взялась. Вот там корзинка стоит, деда, возьми ее. Нет, огонь, там машина. А я... Валер, не вычивай. Мы помели. Мама, где моя? Это вот такая. Мама, ты чего? Ну не надо больше глупостью заниматься. О, клево. Глаз мой что-то получилось. Специально для грибов? Угу. Такая маленькая. Ты хочешь так мало грибов собрать? Смотри, какая у Бори большая. Большие? Ну, бывают большие, бывают маленькие. У меня отрезает щетку. Егор, динозавров-то не бери с собой. Ковушки. О, я грибочек нашел. Я уже миллион таких нашел. Валер, смотри, вот это что такое, Валер? Погонка. Нет, это на самом деле, знаешь, кто... Мама, я снимал. Хорошо. А теперь вот аккуратно, не топчите землю, а вот так вот внимательно, одними глазками. Он твой, это... Часть больше грибов. Саш, скажи. Ну что? Иди. О, ну Саша, кузнечик в корзинке. Ну что, боишься, Егор? Нет. Ну, пошли ко мне. Пойдем. Мы пойдем внутри. А что там будет? Не знаю, это тоже ни разу не был. А я знаю, здесь ракета так приземлится, а потом здесь улетит и еще тут придется. Не знаю. Угу. Там вот, а здесь угу. Чего? Мы пошли в бокс. Так, ну-ка вылезайте из лужи. 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 Ветеран мой, значит, смотри, они думают, это тоже такая штука, только там вода. Боря, попробуй вспомнить последний брюк. Сейчас положи еще лицо. Темно стоит. Да. Да, да. А, он на темном стоит. Ау. Чего я сам скажу? Hey.
типа подосиновики, собирал Боря, Валера. А это собирал я. Это я собирал. Вчера бы у меня больше было. Этого гриба. Сейчас. И он второй такой, спасибо. А возьми оба в руки. Мне надо так ключи Слышишь? Это его с этой стороны, да, они здесь. Прямо уж их всех сканируешь, все ты их так, каждый. Ты общее впечатление зафиксируй. Мам, для Бога нужно бумагу, клетку и ручку. Боря отказал. Хорошо, мам? Да. Бумаги с клеткой. Мам, можешь это давай для меня? А клетку? А ручку есть? Но есть? Понял? Такие да, маленькие, дикие. Так у кого еще... сколько? У меня 18, у Валеры 51. У меня 60 ровно. У Валеры 51. У Бори 18. Вот Бори на грибы. Смотри, какие классные. Вообще, да. Конечно, блеск. А вот эти вот отсюда вот и до края, это... Это Валерины. А ты только белые сюда положил? Да. А почему? Там же еще дофига. А остальные вон. Я еще лисичек набрал много. Ну, как много. Ну, ладно. Штук 7, наверное, лисички есть. Так, не